Три, два, один. Погнали. Апокалипсис в КД, хотя, ну, вайп был. Странно. Вот там нажмите, не знаю. Как это он Что не он на меня откатился-то? откатился. Ладно. Может быть, Себов, не знаю, это на уровне программного кода нужно как-то рассуждать, понимать, как это устроено, не знаю. Мы, варкрафтеры, люди простые, видим то, что деактивируется, ну, значит, Все-таки деактивируется. давай. Ну, он видел, да, сейчас прошлось, а как бы ничего не произошло. Проходим. Забирай. Бля, я чела. Пиздец свой. Я так вот как-то поставил. Счет будет один. Надо бы шаров успеть. Добро. Бонусные проценты снимаем. Так, Олег, успели. О, кстати, тут можно лишнее Сейчас я снять. вою. Абузик нашли. На край, на край. Да, блядь, говно нахуй, ёбаное. Дальше краю, за фиолетовую. Направо. Алло. Как же много Void Zone сыпется в одну точку. Направо. Рядышком. Левым еще один бей. Это единственный мили-френдли момент в бою. Все было. Босс. Заберу вниз первое. Чао, прикинь. Забрал. Отойдите от печеньки, от этого всего. Сейчас крест ударит. И ты это сейчас мины появится, ходи взрывай. ДК в этом моменте хорошо, дотки накидал, Шары. эпидемию эту Челик, спамишь. Эпидемик жмешь и хорошо. да? Проходим. Забирай. От креста отходим. Одного ДК, типа ванхолика на каждые 10 человек рейда, и мобы будут прям вообще умирать хорошенько. То есть я соло нормально в них дамагал. Ну, солохи Забрал. какие-нибудь, типа ДКшечки, анхолики будут разбирать тех мобов. Потому что там дэмэдж, я думаю, нереально поднялся. Я-то за шипами смотрел, не в details. Давай сапер работай. Есть пустота с краешку. Их ты, бля. Ну, с кругом стояли. Поставлю ретенчик. Ладно, вроде на переходку ушел. Не домажьте, пожалуйста, дайте собирать активно. Что-то они вообще не дамажат. На пулы можно поюзать. Может, не стоит стоять напротив окошка? Надо по таймингу смотреть, конечно.
Я умер. Да я умер нахуй, конечно. Нельзя так стоять. Надо либо за, типа, этой дыркой, либо перед ней. Потому что я влево-вправо не могу пойти, там шипы впереди меня вайда, сзади меня вайда, потому что сзади меня человек и спереди меня человек. Так нельзя позиционироваться. Ну, совок там тоже нихуёвенько, так надо магл в мопчиков, как я смотрю. Жив, цел, орел. Выбирай. Чё, два хила, четыре дамагера, два танка живы. Ну пусть потестят, почекают. Пошли. То есть он сначала пробивает быстро, как по второй фазе, а потом идут шипы с ускоренной первой фазы. Понятно. Ну, нам дамага, наверное, не хватит, да, череп проговорить. Череп уже проехал треть, в него ноль дэмэджа вообще, ебать, кстати. Перепрыгнул. У тебя прыжок низкий, скорее всего. Да, надо просто с двойного прыжка это делать. А не с пола. Видишь, прям быстрые шипы с первой фазы летят такие. Давайте быстрее, может еще раз отпрыгнем. Знаешь, как на ДХ это надо делать? Сички просто держите под эти мины и не стойте напротив. Перепрыгивайте. Ну, много фейлов. Надо, короче. Энтерский портал тоже работает.